совсем нечего одеть. Что ты сказал? Я говорю, что мне нечего одеть. Мне не послышалось? Он реально сказал, что ему нечего надеть? Эй, ты с кем там разговариваешь? Мне нечего одеть, да, я это сказал. Богдан, да у тебя полный шкаф вещей. Там все стало и некрасивое. Вот ты обнаглел. Пойдем посмотрим. Такое. Вот, смотри, ничего нету. Конечно, ничего нету, ты же все раскидал. Вот из этого я вылаз. А это стало я. А вот это мне не лается. Я хочу что-нибудь новое. И где я тебе возьму новое? Вон на той полке. Я видел, туда мама новые вещи прятала. Ну ты шпион. Сейчас. Чего ты угокаешь? А как я, по-твоему, туда залезу? На, примеряй. Ух ты, круто! Я красивый? Очень. Так, а это что такое? Это за лампа Аладдина! Угу. Сейчас потрем лампу, вылезет джин и исполнит все наши желания. Как мультики! Угу. Ты лучше вон с новыми вещами разбирайся, складывай их, а с лампой я и без тебя разберусь. Интересно, зачем мама тебя так спрятала? А вдруг в этой лампе джин? Но если ты реально веришь, что эта лампа волшебная, то на, продемонстрируй. Эй, джин, выходи. Джин. Выходи. Ой, что происходит? Ахалай, Махалай, Ибн Абу Рахман Богдан. Я выполню 3 твоих желания, о мой повелитель. Джин? Света, что делать? Желание, конечно, загадывать, пока он не исчез. Я хочу игрушку. Нет, я хотел машинку сказать. Нет, лобака или поле. Слушаю и повинуюсь. Я чё так мало? Ну ты наглый. Симсалабим. Ох ты!
Богдан, зачем тебе столько рыбакаров? Как зачем? Смотри, какие они классные! Ух ты! Вау! Ну хорошо, классные, но зачем так много, а? Это не я, это все Дзин. Хорошо, допустим, это Дзин, но кто у него начал выпрашивать много рыбакаров, а? Между прочим, Джин исполняет только 3 желания, а одно ты уже потратил на свои игрушки. То есть у меня еще 2 желания осталось? Как это 2? А я одно желание тебе, а другое мне. Понял? Понял. Что же мне еще загадать? Ой, я столько всего хочу. Я же умная, я же могу все свои желания в одно желание вместить. Я хочу быть принцессой собственного необитаемого острова, на котором находятся яхты, автомобильчики, бесплатные магазины еды и одежды и бесплатный магазин косметики. Там же должны быть лошадки, единороги, носороги и вообще весь зоопарк. Я придумал! Богдан, не мешай мне формулировать мое желание. Надеюсь, на этот раз он придумал что-нибудь стоящее. Ахалай, махалай, ибн Абу Рахман Богдан. Я готов выполнить второе твое желание. Я хочу много сладостей. Целую голову. Нет, целую кучу. Ну кто тратит свое единственное желание на такой бред? Это не бред. И побольше, и красивее, я за цветные. Слушаю и повинуюсь. Богдан, ты где? Богдан! Это что, исполнение желаний такое, а? Богдан! Вот это да! Какая красота! А сколько сладостей! Богдан! Богдан, где ты? Богдан! Лайк, ты его не видел? Ну и где сладости? Целая куча. Сколько тебе вкусно, мамы! Вкусно! Лампа, то есть Джин, Ахалай, Махалай и так далее. Ты куда Богдана дел? А ну верни его. Ну и тебе сейчас устрою. Ахалай, Махалай, ибн Абу Рахман Богдан. Я готов выполнить 3-е твое желание. Нету тут ибад, хабад, как ты там его называешь? Богдана! Куда ты его дел? А ну-ка верни! Слушаю и повинуюсь. Это не считается, это было не желание. Пожалуйста, мне тоже нужно желание. Где мой голос сладостей? Ура! Получилось! Это я этому Джину сказала,
так сказала. Сказала, чтобы тебя вернуть. Значит, это ты меня вернула? Ну не я, но Джин, ну ты же исчез, а я так испугалась. Ты что, совсем чуть-чуть? Там были и конфеты, и сладости, и даже вкусная мама. Я не успел все поплодовать. Да я на тебя чуть третье желание не потратила, а ты... Ну я тебе сейчас устрою, я сейчас так исчезну и не вернусь. Джин, я же тебе говорила, что ты его вернул, и это не считается за желание. Я хочу получить свое желание. Больше не работает? Похоже, желания закончились, все три. Это все из-за тебя, из-за твоих сладостей. Надо было тебя там оставить, а я могла бы себе загадать свое желание. Но нет, у меня закончились желания, это все из-за тебя. Ты сейчас...